Ну, я хочу, да, сейчас представить нашего уникального также музыканта. Вокалиста. Который и вокалист, и музыкант, и композитор. Угу. И сейчас вот он как раз продемонстрирует такую достаточно жесткую композицию под названием «Жара». Да, это с моего композиция с моего дебютного альбома, который называется «Контрабас в стране чудес». С авторской музыкой. Слушайте, музыка для контрабаса соло. Обалдеть, тут и контрабас с оркестром, понимаешь. Ну, давай, это неожиданный ход, на самом деле. Композиция называется «Жара». Угу. Как всегда, живой звук в программе «Живой». Я даже не знаю, как на это... Надо послушать. Поехали. А у меня нет жара. Слов никаких, то есть это как-то комментируется, на мой взгляд, было бы грешно с моей стороны. Саша, это целый альбом?